Друзья, всем привет! Сегодня плюс 11. Вчера дождя не было, сегодня тоже нету. Ну и решил я этот момент не упустить и выехать и вспахать в свое основное поле, как бы горчичка. Вот, ну и там немножко уже пробовал. Там мотоблок стоит. Вот, хочу и вам как бы с вами поделиться, показать, как получается, как буду запахивать горчицу. Вот, горчица у меня сантиметров, наверное, 20-25, там где-то до 30. Ну вот, короче, 30. Там немного поменьше рост. Ну, все равно я доволен, как ковер устелило. Вот. По сравнению с прошлым годом, это небо и земля. Значит, видел видео Юрия Воробьева, там у него горчица по пояс, почти метр высоты. Вот, вообще лайк, Юра, классно получилось. Ну, друзья, горчица, я так понял, что очень любит, когда его поливают. Ну, как и любое другое растение, я свою вообще не поливал, то есть это уже прошло тоже где-то почти 2 месяца. Ну, с момента выкопки картошки, наверное, дня через 2 я ее посеял. Не поливал ни разу. У меня как бы нету возможности заливать весь огород водой. Наверное, 2 или 3 недели она сначала хорошо взошла, потом 2-3 недели вообще рост как бы был на месте. Потом зарядили дожди немножко, и вот как бы за этот период она выросла. Значит, что по плугу? Плуг работает отлично. Я выехал, попробовал там пару раз, прошел. Думал, залипать будет, так как неделю, ну реально, неделю лили дожди, то есть вообще без остановки. И такой мелкий туман моросил, или вообще такой крупный как бы дождь. То есть, ну, у меня во дворе там лужи, и на улице лужи, на асфальте. Выехал, на колеса немного налипает. А плуг идет. Я, ну, верхний слой земли как бы очень влажный, там сантиметров 10. А снизу он как бы захватывает и переворачивает. То есть нормально вообще. То есть будем пахать сегодня. Так как ну, на два дня там или на 3 без дождя, а потом опять дожди. А потом, короче, я не знаю что. В общем, момент есть вспахать. Тем более сегодня целый день. Тем более сегодня целый день дома. Вот, сейчас пойду, покажу вам, какая ширина захвата я отрегулировал, как бы оптимальная. Значит, можно регулировать тем винтом, что вы все видели. От 15 и до, можно даже 30, ну 30 это много. Он тогда полностью не переворачивает. Вот, сейчас покажу ширину и глубину вспашки. Мне нравится, когда сверху такие аж зализанные такие как бы грудки, то есть переворачиваете отлично. Без предплужника у меня разбросаны листья вот со двора. Значит, давайте теперь глубину и ширину. Ну, короче, вот здесь более точно видно, смотрите, вот один проход, потом назад, потом туда и потом назад. Вот, ну, показывает за два прохода, то есть туда-сюда, туда-сюда, 80 сантиметров, то есть средняя ширина получается 20. Давайте теперь к глубину. Положил такую досточку. Вот так вот. 17. Сейчас пойдем в другом месте. Давайте здесь. Ну, короче, 17 сантиметров. Можно, конечно, глубже его загнать. Но так как земля очень влажная, тяжело идет. То есть, если бы немного подождать, вот если бы погода дала там недельку, может и две, чтобы все это влага испарилась лишняя,
То есть я думаю, на 20, на 22 он потянет легко. Что, друзья, по плугу еще давайте. Короче, отвалы я вот шлифовал. Вот, немного мешает вот этот вот винт, земля, когда поднимается пласт, здесь вот упирается. Ну тоже это все как бы, опять же таки, да, упирается в то, что земля очень влажная и набивается там, где, ну, при нормальной как бы погоде, там ничего такого не должно быть, как бы не залипать не должно. Вот так вот залипают колеса. Установлены у меня два груза. База колес на 60 стоит, грузы по 20 килограмм, то есть 40 килограмм пригрузил и нормально. Вот такие вот дела. Значит, угол атаки плугов один относительно другого, то есть по горизонту я выставил, и теперь ручкой глубину только выставляю. И работает хорошо. Ну что, давайте покажу, как получается.
Ну что, друзья, одно удовольствие пахать таким плугом. Хочется только сделать замечание, или вернее просьбу, заводу Моторсич в Лотиск. Плуги у вас хорошие, но вот сделайте, пожалуйста, две регулировки, ширину захвата и относительно один к другому горизонт, то есть чтобы можно было отдельно регулировать по глубине каждый. А так исключительно все работает. Вот. Я еще раз скажу, что пахать сейчас одно удовольствие, то есть не напрягаясь. И то, что по времени у меня получается, я вот эту вот площадь, я где-то на полтора часа больше пахал. Ну, здесь еще осталось минут на 40, может. То есть экономия времени, экономия своего как бы физической силы. То есть не нужно вот там вот бегать, переезжать загонки, если пахать одним корпусом, то есть обычным плугом, не оборотным. То есть, ну, просто одни плюсы. Сейчас у меня как бы эмоции зашкаливают, и я думал, как-то, может быть, когда-то сделать предплужник, не нужен он. То есть вот так вот немного горчицы остается сверху. Я думаю, она замерзнет, снегом придавит, и как бы на весне все это прокультивируется там бараной, или может культиватор сделаю стрелочный, не знаю. Так что, друзья, эмоции положительные, как бы вообще минусов никаких я не вижу. Ширина захвата 20-22, глубина там 17-18, ну больше я как бы не ставлю, потому что, как я говорил, тяжелая сейчас земля, очень влажная. Вот, плуги не налипают, отвалы исключительно работают, то есть все-таки нужно чистить до зеркального блеска, шлифовать. Тогда даже эта влажная очень земля пофигу будет. Вот так вот, друзья. Ну что, ставьте свои оценки. Как всегда, с вами был Юрий Сербин. Немножко еще допашу здесь минут на 40 и буду идти отдыхать. Все, друзья, на этом заканчиваем сезон как бы огородних работ, так сказать. Ну а впереди еще зима, отвалы, снег и так далее, дай бог. Будет все нормально. Всем спасибо, ставьте оценки. Всем пока-пока, удачи и хорошего настроения.